бельская рок-группа ЧНД приняла участие в масштабном фестивале «Rock in Iași», который стартовал 27 октября в Румынии. Ребята до сих пор находятся под впечатлением от поездки в Яссы. Их удивил не только уровень организации фестиваля и его размах, но и румынская публика. Фестиваль «Rock in Iași» проводится уже на протяжении 10 лет. Принять участие в нем могут не только молодые коллективы из Румынии, но и других стран. Как рассказал телеканалу БТВ организатор Андриан Калиман, в этом году на фестиваль, который проходит 4 дня, пригласили 17 рок-коллективов из Молдовы, Германии, Греции, Румынии и Украины. Rock in Iași este un festival de rock care se adresează formațiilor formate în special din tineri, din România și nu numai. Promovăm aceste formații aducându-le deschiderea unor trupe foarte cunoscute din țară și din Europa. Suntem de 10 ani de zile organizăm aceste evenimente, avem foarte multe trupe promovate. Am ajuns, de exemplu, anul trecut să avem 13 trupe numai din Iași pe care le-am promovat în cadrul acestui eveniment. Anul acesta avem 4 zile de evenimente cu 17 trupe. Avem trupe din Germania, avem trupe din Ucraina, Grecia, Moldova, nu mai am aș uitat. Наши бельские ребята выступали на румынской сцене впервые. По словам лидера группы ЧНД Михаила Смоленко, они приняли участие в фестивале, чтобы испытать себя на новой площадке. Поэтому поездка для них стала настоящим событием. О том, как встречала наших артистов яска искушенная публика и не было ли у бельских ребят опасений остаться непонятыми, телеканалу БТВ рассказал Михаил Смоленко. Организация фестиваля вообще на высшем уровне. Нас приняли, нас встретили, нас разместили, был классный саундчек по звуку, то есть докапывались до всего, то есть где что слышно, где что. То есть организация фестиваля вообще на очень высшем уровне, на большом. Этот фестиваль, он находится под эгидой примарии города Яссы. То есть само государство занимается тем, чтобы молодежь имела возможность выступать, приглашать, то есть гостей. Так как мы из Молдовы мы здесь единственные, а из-за рубежа здесь и команды из Германии. Вчера выступали там из Италии, Украины, Норвегия, Греция. Ну, очень большой спектр, почти вся Европа. Ну, вот. Так что пожаловаться, то есть это на высшем уровне Европа. На самом деле организация мероприятия очень хорошая. Качественный бэклайн, то есть ламповые усилители, все классно, барабаны. То есть я все устроил. Редко нас условия встретишь, есть мониторы перед каждым, кто играет. То есть ты вышел на сцену, отчекался, и ты себя слышишь, когда ты играешь. Это самое главное для исполнения. Это было очень приятно, что даже публика здесь готовилась к приезду той или иной группы. То есть ребята, как обычно, то есть заходят, смотрят, что за группа, если им нравится, начинают слушать, даже слова запоминают. Принимали жарко, то есть на все эти «эй», отвечали тоже. От зала был фидбэк. Ладно, да. Была отдача такая, что хотелось играть и не уходить. Сцена для музыканта – это свобода души, действий, воплощение в жизнь своих желаний и своего творчества. Очень важно для музыканта почувствовать себя нужным, раскрыть свой талант на сцене, когда огромная толпа ловит каждый звук его музыки, пропуская через себя каждый гитарный риф, каждую ноту, музыкант забывает про все. Это несравнимое чувство, ради которого хочется жить. Великий Оззи Осборн сказал: «Когда я выхожу на сцену, то хочу отдать всего себя публике, умереть ради шоу. Неважно, поломана ли у меня рука или я подхватил простуду. Я выбегаю на сцену и отдаю зрителям все, на что способен».
Но для того, чтобы хоть раз это почувствовать, у каждого молодого музыканта должен быть шанс попробовать свои силы. И Ямский рок-фестиваль предоставляет такую возможность. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей стране. Так получилось, что местные рок-музыканты с замиранием сердца ожидают любого культурного, скажем так, мероприятия в Бельцах, на котором смогут выступить. Но их никуда не приглашают. Они никому не нужны. ЧМД «Ла Рок-Иньяш». Yeah.